Итак, дорогие друзья, всем привет! Вы же в курсе, да, как я раньше любил создавать разные интересные проекты, делать какие-то разные интересные рекорды, и вы с удовольствием на это все смотрели, наблюдали, и вы любили проекты. Я думаю, что и любите проекты. Давайте так, я хочу понять, вам нравится, когда я создаю какие-то проекты и прохожу их? Поставьте лайк, если вы хотели, чтобы увидеть какой-то у меня пушечный новый проект. У меня, кстати, проект в путь еще не закончен, но к нему мы вернемся чуть попозже. Я сейчас спрашиваю про новые какие-то нереальные, сногсшибательные проекты. И сейчас я вам покажу один из таких аккаунтов, который, ну... Реально, вы должны быть удивлены, потому что соперники, когда заходят после катки в профиль, у них глаза на выкате, они не понимают, как это происходит. Сначала, а потом, конечно же, въезжают в тему. Итак, поехали. Встречайте, сейчас вы видите, что мы находимся в тиме, аккаунт Крик Души. Пока ничего необычного, рикошет 1250. Давайте зайдем в меню бойцов. Хоп. Итак, смотрим. У нас здесь Шелли 35, Коль 35, Брок 35 ранг, Эль Прима 35 ранг, Карл 35, Био 35, Джин 35, Макс 35, Леон 35, Воль 35. А теперь заходим в профиль аккаунта. А здесь максимум трофеев 1500. И больше не было, прикиньте. А 35 ранг, ребята, всех вот этих, которых я перечислил, по 1250, это как минимум должно быть 12 тысяч кубков. А у него в профиле максимум 1500. С нами Крайсоул, встречайте, всем привет. Здорово. Ребята, это Крайсоула проект, который называется Крик Души. Крайсоул меня переплюнул во всех проектах, в плане там значимости, разнообразия и так далее. Я ссылочку оставлю на него в описании, залетайте, смотрите его проект, он проходит очень много разных проектов. У него там, я не знаю, сколько у тебя сейчас проектов действующих? Актуальных 3, наверное. 3, блин, и они все реально запарные. У него проект в путь, как у меня, называется коллекционер, он уже 30 тысяч апнул, не собирая награды, и я уверен, что будет идти дальше, мы с ним договорились, что мы 50 тысяч когда-то апнем вместе, не собирая награды. У него, ну, реально много проектов, но этот проект, это просто жесть. Он когда мне скинул, я говорю, у тебя столько 35-х рангов и всего лишь 1500 кубков? Ну, естественно, я думаю, что вы уже догадались, как он это делает. Расскажи нам, Виталя, что ты вообще, что ты творишь? Ну смотри, раньше просто апнул 35 ранги, сливал до 49 кубков, потому что это был минимум. Но когда появился D+, можно, то есть начало сливаться и до нуля кубков. То есть появилась такая возможность. Если бы можно было бы до нуля, у тебя рекорд бы был 1250 в профиле, да? А не 1500. Короче, Виталик все просто делает. Апает 35 ранг и сливает их до нуля. Открой еще раз профиль, покажи нам, пожалуйста, эту историю. Посмотрите, 35 ранги на нуле кубков. Да, вы скажете, Гарда подобное делал, он сливал 35 ранги. Но тут же суть не в том, что 35 ранги на нуле кубков, а еще раз открою профиль. А в том, что у него максимум, прикиньте, у него будут все персонажи, все на 35 ранге, все, а рекорд будет 1500. Это же прикольная, уникальная штучка. И, кстати, разработчики, мне аккаунт никто не передавал, это все делает Виталя, вот смотрите, мои руки, это все играет Виталя просто через захват окна. Все, я вот выключаю, и вот моя игра. Вот, я сейчас на своем аккаунте. Короче, что мы сейчас с ним делаем? Так как у Витали цель сливать кубки, а я в этом мастер, поэтому я у него сейчас в руме. Ну, Виталь, я не обессудь, если вдруг я внезапно проявлю скилл, и мы выиграем. Проигрывать специально не будем, давай. Окей, постараемся. Короче, мы сейчас пойдем в дуо ШД на 1250+. Он будет долгий подбор, да? Нажми готово. Я думаю, это... О, блин, я буду на спайке. Сколько подбор примерно будет длиться? 3, мне кажется. Сколько, 3 дня? Почти. Так сколько? Минуты 3. А, ну нормально, это немного. Короче, ждем подбор, попробуем сейчас сыграть на 1250+, учитывая, что у Витали всего лишь... А давай возьму какого-то другого, не спайка, или спайка взять? Да кого хочешь. Давай на спайке, а потом поменяю, если вдруг не зайдет. Короче, друзья, прожмите лайк, подпишитесь на канал, чтобы мы не проиграли. Но вообще, конечно, Виталия не против проиграть, потому что ему все равно сливать. Да. А что сложнее, Виталия, тебе? Апать или сливать? Наверное, апать все-таки. Ну, сливать, то есть, в принципе, я уже привык. Довольно-таки легко стало. Да? Что это пусть там же больше кубков снимается. Согласен. Мне... На минус 2. У меня, кстати, тоже, Виталий, в чем-то мы похожи.
Окей, ждем подбор и погнали выносить. Опача, мы из красного луча, погнали, Виталька, апнем тебе 1300 сейчас на рикошете. Не парься, я на спайке, самый лучший игрок на сервере. Ты только прикрывай меня, окей? А тебя там уже убивают. Я же сказал, что... А, понял, тут, короче, этими играют. Те, которые... Опа, ну давай, давай, зажимаем. Ну, бля, ну ты тащишь. Не убить, только сзади не прикрывай. Сейчас двиг заберет. О, тут кто-то... Ти... Шо, шо? Он кого-то тимит. А, шо, тимится? Надо тимиться? Тут, не-не, тут до шеда чего тимится. Ну все, я ни с кем не тимлюсь. Оба. Правильно. Ты видел, хлеборез отлетел у челика? Смотри, вот они с этим тимятся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там бас сидит. А, способа не аккуратно у него ульта. Да? Почему ты сказал, когда он уже ко мне подкатил? Она сразу докатилась, ты же рядом стоял. Аккуратно, Ваня, уйду! Блин, а так, а мы реально шли на топ-1. Да-да, да еще и можем сейчас. Таких кто нам заспал. Ты падла. Так, давай, я прикрою. Блин, тут... А что это было? А чё автоатака так херово работает? Я не знаю. Ну ладно. А чё еще? Блин, ну сразу видно, что 1250. Никто умирать не хочет заранее. Бас, смотри, один из банок хочет, короче, яйца свои подкатить опять к нам. Не, вот эти, блин, скинь на бульту, вот этих стран. Давай, 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 давай. Подальше там. И гаду. Да все, нас зажали. Ну шо, я свою цель выполнил, как и обещал, слить немножко. Слушай, я оставлю, наверное, сколько у тебя отняли? Минус 10, да? Нормально. Слушай, я считаю, что мы можем победить такой связкой. Просто, реально, если б я базу не слился, он бы нам угрозу не предоставил. А так он 11 банок забрал, да, и тут сюда вот начались качели. Короче, смотри. Сейчас тактика следующая. Слушаешь меня? Все, ждем, когда подберутся соперники. Вот сейчас будет топ-1. Полетели центр. Погнали. И новую катку. Блин, если бы не такой долгий подбор. О, понимаю. Тут с гаджетами, пацаны, со снаряжением. Я, кстати, удивлен, что на прошлой катке не было снаряжения. Байрон неплохо заходит, ты видишь? Так, что ты там? Живешь, я хилюсь еще. Так, опа, хопа. Блин, мы так бодро начали в прошлой катке. А чем ты отхилился? Я, а у тебя тут есть снаряжение на этом аккаунте? Нифига ты, мажор. Это гаджет. Какой это гаджет? У тебя щит. Ну и щит тоже есть. Ну так снаряжение у тебя, я говорю. Да. Блин, а как у нас так много банок, лол? Мы заспавнились в самой жопе, наверное. Блин. Да, это правда. Лучшая защита — это нападение, поэтому... Блин, с двух сторон жмут, это нечестно. И там еще с центром накидывали. Да спаун неудачный, поехали следующую. Так, мы поменяли тактику, я взял база. Блин, и там как назло мало банок. Три пойдет на первое время. Оп, там, я даже не знал, что мордаечка долетать. Да тут вообще, короче, дистанция у него, дай бог. Так. Так, тут Эдгар. Ну это, кстати, с вышки какие-то сами попались, они не фуловые. Тут, кстати, да. Иди сюда, Вань. Иду сюда. Где Эдгар? Ага, вижу, давай зажимаем. Отлично. Хорошо. Блин, я уже жду, когда будет дуо ШД+. Это просто будет вообще ШД. Это самый кайфовый режим, который разработчики вообще придумали. ШД+, да? Ну, пиявка еще была. Хотя тут тоже тиминг, но... Зато можно, не знаю, там, подстрелить, закупки пофармить. Так, Эдгар. Ладно, принял. Блин, чел отлетел, и на сейчас походу тоже отлетят. Почему? Не-не-не. Да, давай, тут Эдгар. Я вижу Эдгара. Я пойду на нем ульту нафармлю. Он у тебя сверху? Да. Окей. Вот он. Ой-ой-ой, Ваня! Давай, жмем. Еее, мэн. Еле улетел на своей скорости. Тут на центре гейл, надо поаккуратнее. Давай его выбьем. Так, а где он? В центре был. Не убежал. О, там Брокот. И справа.
там тик 8 банок. Да это ж тот, которого напарник Стью. А, да-да-да. Так. Точно. Так, у меня сейчас ульт будет. Ах ты ж гнида! Понят, иди. Нет. Блин, я не помню. Да блин, чё я так туплю? Блин, надо верхних убивать. Хорош, хорош, хорош. 4 секундочки. Капец, хорош. Хорош, хорош. Блин, жаль, гаджетов больше нет. Ну, наполовину ульта есть. О, у тебя 10 банок. Ой-ой-ой, Ваня. Гейл, гейл. Опа, все, топ-2. Топ-2. Попробуй застань. Да не успел. А, нет, ты еще игрок. Блин, ну сорян, пришлось тебе победить эту катку. Короче, друзья, ну, в общем, а ну, мы вернули тебе? Где два кубка дали. Два кубка? Да. Прикол. Минус 10, минус 10. Короче, друзья, ну... Крайсол, красавчик, а ты апаешь где? В трио? В трио, да. Короче, красавчик, прикольный проект придумал, я прям вдохновился, тоже хотел какой-то, ну понятно, не 35-й ранги, но тем не менее, что-то какие-то проекты помутить, вот, надо проект путь как-то, да, по 30 тысяч и там отложить его в архив, когда появятся новые бравлеры и его дальше, этот проект путь, он у меня на долгую, ну, я в конечном результате хочу, моя конечная цель, это 50 тысяч кубков, не собирая наград, я надеюсь, разработчики не будут добавлять награды на пути славы, ну, потому что хотелось бы всю награду пройти и потом собрать. Добавят. Надеюсь, добавят? Надеюсь, добавят. Бесконечный проект. Короче, да, такие дела, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Через 2 часа будут итоги клубной лиги. Не пропустите, я вам покажу, какие награды я получу за клубную лигу в самом топовом клубе СНГ. Узнаете, какие награды будут. Поэтому до новых встреч. Скоро увидимся. Пока, ребят. Пока.